Сначала были папа и мама. Они очень любили друг друга. И появилась я. Еще у мамы в животике я знала, что меня очень любят и ждут. Мамины руки теплые и ласковые, а папины сильные и надежные. Когда мне исполнилось 3 годика, я попросила у мамы братика. Мы бы вместе играли, рисовали. Однажды мама уехала и вернулась с малышом. Она сказала тогда: «У нас в семье прибавление». Я спросила у мамы: «А что такое семья?» Она меня обняла крепко-крепко и сказала: «Семья – это дети, родители, бабушки и дедушки. Семья – это место, где живут тепло и уважение, где уютно и спокойно. В семье все заботятся друг о друге, а папа и мама учат деток быть хорошими людьми». «А что такое заботиться?» – спросила я тогда у мамы. «Помнишь, когда ты болела, я ухаживала за тобой, и ты быстро поправилась. А когда ты испугалась собаки на прогулке, папа тебя успокоил. Это и есть забота – всегда помогать и быть рядом. Так делали и мои родители, когда я была маленькой. Так же будешь делать и ты, когда у тебя будут свои детки». Я подумала тогда: моя семья самая-самая. Мама, папа, бабушки, дедушки и братик. Я очень их люблю и всем деткам желаю такой же семьи, настоящей.